Но вот мы начинаем летние съемки Союза спасения «Время гнева». Мы прибыли на съемочную площадку. Это все там же, в Кумжинской роще. Солдаты нынче без шинелей. Сейчас мы сдадим тест на коронавирус. Потрясающее зрелище. Солдаты императорской армии сдают тест на коронавирус. Вот такие вот у нас правила. Открываете кассету. И в маленькое круглое окошко вы делаете 5 капель. Ну вот, майская Кумжинская роща весьма отличается от зимней. Благолепие, тепло и все-все замечательно. Ну вот я и получил костюм. Я снова изображаю крестьянина. Отлично! Следите за развитием событий. Сегодня репетиционный день. Сегодня будут репетировать крестьянский бунт. Спасибо.
Степа, да? Вон она, наша деревня. Ничего не изменилось с февраля месяца. И все-таки уже весна. Так выглядит наша деревня летом. Прошу любить и жаловать. Вот так вот. Снега нет. Зеленая трава. Солнышко светит. Лошадки. Надеюсь, те, кто смотрел зимние ролики, все узнают это место. Итак, повторюсь еще раз. Сериал «Союз спасения. Время гнева». Его нафиг. Машина времени у нас работает. Потому что вот бойцы, красноармейцы. Да. Только что был 1825, вот это еще уже 1943. А тут похоже 1917. А вот наш любимый 1825 год. Союз спасения. Союз спасения? Ничего себе. А о чем? Что там будет? Декабрист. 1825. 25. Декабрист. Который полнометражный? Нет, это мне говорили, это сериал уже, да. Ну, уже полный метр это был уже. Уже сейчас полный мы метр. Расширяем. Сейчас уже расширяем. Расширенная версия этого сериала. Вам актеры не нужны? Так, подойдите. Нет, нужны, конечно. Там нужны действительно. Эти верховые нужны. Подойдите, пойдемте, покажу, к кому подойти. Давайте. Пойдемте. А вот снова наш любимый 1825 год. Наши солдатики, наши бойцы. Наша церквулечка. Вот. А повернешься? 1943. И все в той же деревне. Вот такая вот у нас машина времени работает. Перед вами новорожденный детеныш болотной черепахи. Я нашел его сегодня на съемках на берегу болотца. О нем я сделаю отдельный ролик. Следите за моим контентом. Обед. Как много в этом звуке. Вон и солдатики обедают. Обеденный перерыв. Очень-очень важное событие. Прекрасное завершение съемочного дня. Все уже спят. А кто не спит, тот вот-вот заснет. До новых встреч на канале. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик, чтобы узнать о новых роликах. В плейлисте
бэкстейджа Потоцкого.